Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». Сегодня на фоне этого замечательного пледа под типа ковер мы будем снимать видео о вскрытии первой посылки США. По факту она пришла третьей, последней. 8-килограммовой с кучей подарков от дядюшки Леви Страус & Компани, купленных в черную пятницу в ноябре, в конце ноября 2012 года. Ехала она ровно полтора месяца, даже чуть больше. Но главный факт того, что она приехала. Здесь у нас куча всевозможных Левисов. 527 модели, 550 модели, 569 модели, 501 старые добрые, 505. Дальше идет огромнейшее количество всевозможных маечек, кофточек, футболочек, опять какие-то футболочек. Все очень похоже на шарфы, но на самом деле это майки. И опять маечек. И еще одни 505 левисы. Еще одни 514 левисы. 559 левисы. И 505 левисы. Итого, сколько мы получили левисов за один приход? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 джинсов и 6 футболок, и они же кофты. В таможне все прошло без проблем, хотя стоимость здесь, я думаю, до 1000 евро примерно и было. Хотя, с другой стороны, таможенники могли и придраться к такому большому количеству джинсиков, но, слава богу, Рождество нас не миновало. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. Всего хорошего.